В связи с высоким профессионализмом и вкладом в развитие Нефтеюганска наградят следующих работников. Замдиректора «Жемчужной Югры» Галину Зырянову, заместителя руководителя библиотеки Татьяну Кирюхину и методиста спортшколы «Сибиряк» Елену Крехову. Кроме того, на комиссии обсудили вопрос об изменениях в уставе города. Речь идет об обязанностях муниципалитета в отношении национальности. Раньше формулировка звучала как «реализация прав национальных меньшинств». Теперь она будет выглядеть следующим образом – реализация прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств. Соответствующая корректировка внесена вначале в федеральный, а потом в окружной закон.